сейчас будет кормление коровок стандартное. Ну, собака, как всегда, пасет куриц, бегает. Вот мы положили комбикорм. Водички дождевой налили. Вот нас уже ждут кушать. Да, девочки? Ты ведро, как всегда, опрокинула. Молодец. Сейчас мы тебе попить, поесть положим. Так, молоко меньше. На нас хитренько любит языком открывать все двери. Иди кушай, малыш. Иди кушай. Сейчас, Данечка. Тут еще одна подсматривает. Одна кушает, и другая, как всегда, хочет чужое отобрать. Сейчас водички налью. Дождевой. У нас что-то сегодня малообщительное. Собака тут пасет, любопытничает. Ай. Стой, мама. Ты хочешь пить? Ну, попей. Привет, малышка. Не бойся, все хорошо. Да. Тебя тут не видно. Ты такая темная. Еще не выпила. Одной рукой не очень удобно, но по-другому никак. Кушать сейчас мы. Траву нальем. Другая, как всегда, глядит куда-то. Сейчас нальем другой коровке водички. У них сено. Сейчас трава влажная, свежая, только подвялена. Поэтому немного пьют. Пей, малышка. Да. Сейчас я травы принесу. Кто там такой? Вот, решила поесть. Насмотрелась, нагляделась. Это пчелы или пчелы? Здесь у нас скошенная травка. Даю сначала первый, чтобы не выбегала. Она очень любит ясли. Трава положена. Сейчас мы воду отставим, чтобы она комбикорм не пролила. И потом уже приберемся, когда все раздал. Несу травы второй коробки. Мама, а кто такие за пчелы? Ну, это оводы. Слепни. Слепни, оводы, мухи. Ждет. Да я переброшу. Не надо воровать у другой. Ну что там, вкуснее, да?
Вот вкуснее, да. У себя не естся в яслях. Вот жует, как петушок раскричался. А здесь круто. Да. Другая, не разрешаю, да, тебе, доченька? Ну, комбикорм съела. Сейчас мы мисочку уберем. А другую оставим. Вот помощник лопатку мне несет. Собираем какашечки, чтобы не грязно было. Сначала в уголок, потом в компосте. Да. Ну, к другой схожу. Другой тут растоптано. Петушок орёт, да? Хрумкой-хрумкой. Вот тебе вкусняшку дали. Жуй. Потом еще подкину. Вот так проходит каждое кормление.